Ребят, это Жестянка! Канал про игры! И сейчас мы поиграем вот в эту игру! Очень классно! Сегодня мы захотели поиграть не совсем в Angry Birds, но тоже в Birds, в птиц. Не в злых, а в толстых! Да! Fat Birds! Fat Birds, они будут строить мосты. Да. Большие, толстые птицы, которые будут строить мосты. Ну, в смысле, мы птицы, которые строят мосты. Вот они летели на воздушном шаре, летели они за самолетиком. Потом обиделись, что... Подожди, не пропускай. Самолетик обиделся, что птицы обогнали его. Он сказал, ага, у меня есть для них новый боеприпас один большой, один остался. И начал догонять этих птиц. Долетел до дирижабля, и он пульнул в них своей единственной ракетой. Птицы, по-моему, мне кажется, немножко расстроились. И они, главное, удивились. Чё? Чё он сделал? Зачем? Шарик лопнул, и они... На парашютах спускаются. Слушай, птицы не летают разве? Я знаю только одну птицу, которая не летает. Это попугай Рио. Но потом, когда... Двое подтёмались. Смотри, они пытались долететь до города и так и не смогли. Это злой самолетик их сбил. А кто был на самолете? Эти птички. Не, на самолете кто летел? Кто на них напал? Этот бобер. Бобер. Подожди. Идея заключается в том, чтобы построить мосты через всякие пропасти, чтобы птички, толстые, обжиревшие, не умеющие летать птички, дотяпали до города. Я так понимаю, нужно сделать так, чтобы мост не сломался. О, здесь по... Ого, целая толпа уровней. Так, сколько локаций? Четыре? А у мамы 4? Всего лишь... Пять локаций здесь. Так. А у мамы всего лишь одна, да? Угу. И там всего лишь по 6 уровней у мамы. А потому что это игра Fat Birds HD, и мы ее купили. У мамы просто бесплатная версия стоит. Вы купите эту игру, и там будет гораздо больше уровней. Давай начнем. Она недорогая, кстати. Так, уровень номер 1. О, нам показывают, что нужно делать. Давай, я просто буду держать. То есть ты, похоже, знаешь, что надо делать. А тебе я играл, мама, на телефоне в раз такую игру. Нажимаем play. Понятно. И толстая птица очень... А давай будем ускорять. Толстая птица будет очень уверенно прыгает за каким-то шариком, за яйцом. Прекрасно. А, по-моему, мы получили 3 звезды сейчас, да? Да, давай. Так, теперь у нас 3 птицы. Давай, держу. Я держу, а ты... Ой, извини, я... А как убрать? А, надо выбрать режим резинки. Не-не-не, не так, они сейчас провалят все. Они же толстые. Они толстые, провалят. Птицепад. Нажимай play наверху. И ускоряй сразу. Потому что они очень долго прыгают. Очень долго. Хватаем 3 шарика. Отлично, получил 3 звезды, Илюша. Так, это уже уровень посложнее. Натягиваем мост. Промахнулся. Смотри, промахнулся. Ну, тут надо уже режим... Не, надо уже, да, вот это брать. Точно. Режим строительства! Давай я помогу. Все, дальше ты. А чё ж он такой кривой получается? Им без разницы, да, чё, что эти? Иди скорее. Прыгайте. 4 птички же, 4. 2 синих, 2 желтых. Ну, видишь, как они... На самом деле, может быть, из-за такого количества уровней путь долгий. Может быть, они похудеют к тому времени. О, одна большая, толстая, объевшаяся птица. Ну, нажимай play. Что ты делаешь? Я хочу увидеть, как она провалится в это озеро. А ты, у тебя все, у тебя... А, ты... Удивишь. Так Илюша строитель мостов настоящий. Да, мне нравится, какой мост ты построил. Он немножко неуверенный, но он выдержал. Нет, опять. Вот это да. Ну, написано неплохо. Слушай, ну, на самом деле, молодец. Я не ожидал, что он так может быть сделан. Опять то же самое будет делать, да? Ну, давай. Соединяй. Странный у тебя, Илюша, мост. Но главное, чтобы он работал.
Ну-ка, нажимай. По-моему, он развалился, а птицы даже не дошли. Давай мы построим нормально им какой-нибудь... А, здесь уже мы пробовали, да, уже? Так. Вот так. Вот так. Как? Вот так. Как? Вот так. Не-не-не. Все, смотри, получилось, да? Вот это мощный мост. Мощный мост получился у папы. И сэкономили еще две планки. Я молодец. Смотрим дальше. Давай, в этом мост уже посерьезнее был, посерьезнее. Так, хорошо. Давай так же делать, да, как предыдущий? Нет, эта птица все развалит. Ну, а если сделать вот такие вот бортики, да, что я сделал? Вот и она сама. Давай ты и папа. Это слишком высоко. Смотри. Вот. Ускоряем. Я думал, все будет хорошо. Это мост крепкий. Ну, видишь? Даже толстые птицы не смогли провалить папину конструкцию. Отлично! Давай дальше. А давай сделаем ему просто такую длинную горку, пускай она катится вниз. Может быть, она разгонится по этой горке, знаешь, бу-бу-бу, кубарем покатится. Нажимай play. Ускоряй это все дело просто. Ладно, наверное, не годится. Ну, давай сделаем упор, да. Сделаем какой-нибудь. Что-то вниз не было. Да, вот так. Хорошо. И что ты делаешь? А вот это соединение зачем по центру? Ну вот, видишь, оно развалилось. Ну прошел! Ура! Я тебе говорил! Хорошо, согласен. О, это уже через препятствие. Так. А где ребро жесткости, где будет упор? Не, ну стирай сразу, стирай. На. Ага, ага, ага. Теперь строй. Вот, поехали. Хорошо. А где же ребро жесткости? Илюш, он же сейчас так развалится. Это же толстые птицы, они... Ты им веревочку какую-то сделал. А может быть одна допрыгает, нет? Одна циничная. Ее друзья упали, она... это мое яйцо, я иду за ним. Хорошо. Ну, остальные... А, провал. Ладно, давай переделаем. Что я наделал? Так, все нормально. Ну что, давай, давай я попробую. Давай. Давай мы это все уберем. Если мы сделаем вот так... Потом вот так. Вот так. И вот так. И все. Ускоряй. Смотри, видишь, это ребро жесткости. Оно удерживает нагрузку. Все. И 4 планки осталось. Это, Илюша, это не астрофизика. Это наше яйцо. Продолжаем. Ну давай, теперь ты. Ну, надо упирать. Должно быть ребро. Если хочешь упирать, то должно быть вот сюда, Илюш. Но я не уверен, что это будет стоять. Ну, покажи. Овял. А, по-моему, это даже можно было не ставить. Смотри, можем сэкономить. Смотри. Оп, убрать, нажать play. Смотри, и все будет хорошо. Оказывается, можно делать в этот выступ, в небольшой выступ, можно упирать палку, чтобы они не падали. Ну, в принципе, неплохая идея. Ну, давай. Ладно, давай строить нормальный мост. Раз уж пошла такая история, будем делать мост крепкий. А почему бобер разрушил воздушный шар? А он обиделся, что его обогнали. Знаешь, есть такие, когда ты едешь за рулем, есть такие люди, которые сидят за рулем и думают: он меня обогнал, сейчас я его накажу. Глупые. Да. По-моему, что-то развалилось. Только...
толстые жирные птицы с птицефабрики, это тоже разваливается? Слушай, а почему оно разваливается? Я не знаю. Давай попробуем. Этот один сволочной мост. О, вот так вот сделаем, смотри. Этот тот нормально стоит, видишь, а этот никак не хочет. Нам еще нужно ограниченное количество планок у нас. Вот. Но вот этот точно не сломается уже. О-о-о! Держись, мост, держись. Хорошо. Ну, нормально. О-о-о, у меня получилось. Надо было просто немножко выше, видишь, поднять было, надо на столбик поднести. Великолепно! Вау! Вот так вот делаем. Вот так вот. Ладно. Вот так. Вот так и вот так. И вот так. Вот, а ну. О-о-о! О-о-о! Только не сломайся. Только не сломайся. О-о-о! Получилось! Оказывается. А я тебе говорил. То есть птицы любят трамплины. Они, наверное, часто купаются. Ух ты. Давай вообще сделаем. Потащили. Нет, никуда ж ты вниз потащил. Да, вот сюда, правильно. Только не попал. Еще. Хорошо. Хорошо. Ой. Ты уверен? Нормально. Ты, ну, вроде да. Ну, по-моему, они по этой веревочке сломали веревочку. Ну, наверное, нужно сделать теперь вот так вот, смотри. Вот так. Мы же делаем красивый ровный мост. Ой, нет. Вот сюда, да? Вот сюда. О, так смотри, мы просто гений инженерной мысли. Все, запускаем. И ускоряй сразу их. А, все нормально. Это отличный мост, крепкий, крепкий мост, через который даже любой танк проедет, не то что толстая жирная Fatbird. Нет, танк через него развалит. А мост развалит? Ну, танк, наверное, развалит. Да. О, мы прошли первую локацию, давайте на вторую поехали. О, это уже ночь. Уже наступила ночь, пока мы строили мосты. Хорошо, хорошо. И одна планка вот так. О, это правильно, play нажимать. Хорошая идея, кстати. Подвесной мостик. Отлично, Илюша. Согласен с тобой. Би-би-би-би. Уровень пройден на ура, мне кажется. О, это что-то сложнее уже. Здесь тоже надо делать, да, подвесной мост? Угу. Наверное, вот сюда упор делать, Илюш. Вот сюда вот. Смотри. Наверное, вот сюда. Да? Вот так. А я думаю, это не надо соединять. Мы только планки зря тратим. Всем. Вот это, наверное, можно убрать. Нет? Или надо? Ну, не знаю. В общем, давай дальше строй. Дальше, наверное, вот так вот делаем. Мне кажется, да? Потом вот так. И вот. Все. Так. Нормально? Отлично. Все птички упали туда вниз. Так, ну да, идея, наверное, у тебя правильная. Давай мы все уберем, я согласен с тобой. Наверное, так и надо строить. Может быть, можно делать вот так. Вот так, потом наверх. Да? Ой, нет, отменить. Вот как бы вот так. И как бы вот так. О, да? Потом мы соединяем здесь. Чтобы не мешать. А, не, подожди, подожди. Не-не-не, стой. Нет, неправильно. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Хватит на... О, мы туда еще дотянемся. А ну-ка. Давайте, буксуйте, птицы, буксуйте. Вы сможете. Вы сможете, ну. Ну-ну. Они что, не могли подтолкнуть друг друга, что ли? Я не понимаю. Ну, хорошо, смотри, давай мы так и сделаем. Вот вам птицы, вот вам жирные птицы. Вот так вот. Вот, идите. Идите, птицы. Давайте. Да. Сломали все. Сломали. А так нельзя, да? А так мы пробовали уже, да? А так они смогли забыть? Они так не смогли. О!
Мне кажется, они сейчас пропали. Нет. О, одна штука болтается, как качелька, но мы сделали это. Есть. Зато красиво болтается. Ого. Ого, какая вереница. И куда ты тащишь? Надо было дождаться. Но что ты делаешь? Подожди, стой. Надо было сделать, наверное, вот так, да? Давай, поехали. Давай. Хорошо. Теперь ты. Давай. С удовольствием. Ты знаешь, что я люблю строить мосты. Тут вообще не сложно, на самом деле. А нет, немножко сложно. А почему оно не дотягивается? А, кстати, может быть, здесь тоже нужно делать небольшую хитрость и не тянуть ровный мост, а тянуть его наверх. Вот сюда. И вот сюда. Потом делать вот так. А нечего нам этих самых... как это... роскоши. Все нормально, птицы, давайте так. Вы главное... Ой, по-моему, они застряли. Слишком толстая ты курица! Давай еще раз. Подожди, она слишком толстая. Ну, наверное, так и делаем, да? Давай все уничтожаем. Делаем наверх. Они будут слишком толстые. Эти толстые курицы вообще ничего не могут. Это ужас какой-то. И в жизни так бывает. Ой, нет, что я делаю? Это слишком много для этих жирных куриц. Все, вот так вот вам достаточно. Хватит, мне кажется. Два, поехали, вперед. Разгоняемся. Прыг-скок, прыг-скок. Тихо, мост не развалите, аккуратнее прыгайте. Смотри, он дрожит весь. Я бы тоже дрожал. Сейчас застрянет, зараза. Ты посмотри на нее. Застряла. Ладно, здесь убираем. Здесь убираем. Вниз идем резко. Резко вниз. Вот так. Теперь сюда. Вперед! Разгоняемся. Только не застрянь, курятина. Давай, прыгай вниз. О, получилось. Ну, нормально. Все, отлично. Вроде красиво даже получилось. Хорошо, я доволен. Неплохо. Ого. Это уже под... Ты, подожди, ты промахнулся. Ты не попал. А я думаю, это то же самое, Лёш. Надо нырять наверх. И что это? Еще раз. Вот так ты хочешь делать? Угу. Все? А, ты хочешь дотянуть еще туда, да? Ну, давай. А вот здесь вот, наверное, упоры нужно еще сделать. Раз и два. А ну, интересно. Попробуем. О! Главное не дышать на него. Да ну не дыши на него! Сейчас они провалят. Слушай, они так сильно прыгают, что не могут его развалить. Нормально, очень даже красиво. Хорошо, мне нравится. Так. Тащи на самый верх, да. Здесь делаешь упор, точно. А здесь делаешь... Не-не-не, вот сюда. Давай вот сюда, вот в этом. Я думаю, хватит им. Поехали. Вперед, птички. Главное, не застрянь. Ой, как они дрожат. То есть у них лошадиной силы хватило, чтобы подняться наверх. Нормально. Шикарно. Илюша, ты молодец. Ты заработал 3 звезды сейчас. Что? Тоже наверх, да? Давай, ты тоже иди. Ой, ты куда? Не-не-не-не-не-не-не. Ты куда? Вот сюда, вниз. Вот в эту. Вот так вот, да. Это наверх. А вот здесь вот. Здесь надо, наверное, сделать, вот, мне кажется, вот такое. Да? Наверное, там. Главное, чтобы вот эти опоры выдержали. Потому что птица, смотри, какая толстая, жирная птица. Розовая. Розовая птица. Не развали! Аккуратно, это наш любимый мост. Смотри, он не ваш дрожит весь. О, получилось! Хорошо. Прикольно. Очень хорошо. Молодец! Ага. А, смотри, вот видишь выступы такие снизу? Ладно, метод строительства. А, сюда мы не можем, потому что скала мешает. Вот же ж. Слушай, смотри, а еще-то в чем проблема?
Они же здесь не заберутся, там какая-то вон стоит эта штукенция. А, по-моему, у нас все хорошо получается. Смотри. А, все. Ой, нет, не все. Поперечную ставим. О! А вот этот Стоунхендж стоящий камни, они чуть не перепрыгнут? Эй, 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 курицы! Ну блин, ну что вы взмахнуть крыльями не можете, что ли, ну? Они не умеют летать. Да я заметил. Вот так. Одну, нечего, несколько. Вот так. И туда как-то. И как-то сюда. Плей. Там сломали уже. Подхвати других, давай, подхвати. Она могла, знаешь, так раз, вернуться, подхватить остальных, пойти туда. О, смотри, я сделал противовес. Противовес. Давай вторую ловим, одна улетела, фиг с ней. Давай еще одну. Лови, держи, держи, курица, держи. У тебя получится, получится. Курица, держись. Смотри, 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 она дойдет. Она сможет дойти. Это великолепно. Правда, там две... Что ты пыхтишь? Давай, прыгай, курица. Давай, давай. Вы видели это? Одна дошла. Одна дошла. Остальные, правда... Провал! Ну ничего, зато... зато и... с каким интересным шармом она туда дошла. А если мы... а если мы сделаем на поверхность вот такую палку, то они прыгнут прямо туда на берег. Вот так. Да? Давай, давай, давай. Хорошая идея. Усиливаем. Молодец, Илюша, ты прав. Илюша, да ты молодец. Нет! Эти оказались слишком маленькими. Да, мне кажется, что такая идея самая правильная. Причем, может быть, даже стоит сделать повыше ее. Тут же нету сильно толстых куриц. Мы сейчас им сделаем вот так. Мост. И... а, вот так. Вот так. Здесь по чуть-чуть. И вот так. А потом сделаем два упора. Раз. Два. Плей. О, видишь, они... что они сломали? Они сломали... Сделаем упором. Может быть, так не сломают. Ой-ой-ой, оно сейчас подскользнется под ними. Давайте, давайте, скорее, 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 давайте, 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 давайте. О, получилось. О, нормально, смотри, еле устоял. Фух, мы сделали это. Мы молодцы. От нас высушка. Здесь нужно... Вот так. А смотри, как они здесь пройдут. Подожди, не убирай мою руку. Как они здесь пройдут? Никак. Давай от меня, еще разок давай. Может быть, все-таки сделать такой мост? Как думаешь? Вот так вот сделать? Нет, они застрянут. Застрянут? А может быть, они умные и пойдут по верхней планке? Ну, давай посмотрим. О, они умные, они умные, но они тяжелые. Ну, хорошо. Давай, отлично, заканчиваем так вот эту идею. Смотри. Вот так вот и вот так вот. Плей! Давайте, птицы. Что вы делаете, птицы? А, знаешь, что можно сделать? Можно вот это вот сделать снизу. Вот так вот. Нет, не я. Или можно? Можно. И что мы имеем? Не развали! Сплошная луна! Не развали! Это сплошная луна. Да. Называется сплошная луна. А вот так вот если? Ой, я забыл сделать планку поперечную. Но, смотри, видишь, да, вот так вот можно делать. Правильно? Жалко, здесь нельзя перемещать. Давай немножечко ниже им сделаем, потому что они совсем толстые, эти курицы. Нет, чтобы худеть. Худеть надо! Куры, и сделаем одно ребро вот так вот, чтобы совсем уже было точно. Чтобы они точно ничего не сломали. Давайте, покатались на качельке, ползите наверх теперь. Тяговой силы хватит? Давайте, 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 давайте. Мои вы умнички. Да? Да! Классно! Ого! Не развали! Дон-гам-дон-гра-гра-гра!
Да, да. Эй, отбойте. Смотри. Смотри, вот курятина, а. Да ну что ж. Строй мост. Илюша, ты что, Фред Бёрд? Да. Слушай, ну хорошо, ну я сделал вот идеальный треугольник, я сделал. Все, просто идеальный. Нет, не идеальный. Подожди. Идеальный треугольник. Ну, теперь вот так. А мы, по-моему, уже такое делали. Нет, не делали. Еще не делали? Плей. Давай, 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 давай. И все? Так просто? Это гениально! Я тебе подсказал! Это же вообще... Еще и 3 звезды! Мы столько мучились для того, чтобы сделать вот это вот. Ладно. Бум. Бум. Идеальный треугольник тоже, да. Это помогает, оказывается. Прям, не, попали. И что? Осталось 4. Раз, два. Наверное, вот так. 3, 4. Плей. Аккуратнее. А где? Они сейчас все развалят. Да ну не прыгайте вы так, ну. Надо было помедленнее. Да, помедленнее. Надо, нельзя столько кушать. Просто надо было поменьше есть. А не помедленнее. А это просто кура вообще такая толпца. Не кура, а... О, подожди, а вот так оно получится? Они же... Оставляем твой треугольник, мне он нравится. Потом строим сюда наверх. Вот так. И сюда вниз. Вот так, соединяем. 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 Материала хватит, соединяем. Не промахнулся. И вот так. Плей. Ну, аккуратненько. Вот же, вот, розовая. Розовая. Не топчись. Держи себя в руках. Нельзя же столько есть. Yes! Мы прошли его. И они под луной ночью тяпают, понимаешь? Смотри, у нас 4 точки соединения есть. И 23 материала. Ох, мы сейчас тут настроим. Мегаполис. Мегамайн. О, смотри, какую мы корону выстроили. Плей! Ну уши, давайте, курица. Уши, уши не разрушите. Аккуратнее. Ну не шатайте вы его. Слушайте, они... Куда вы? Не, ну хорошая идея же, ну. Почему мне понравилось? Пап, давай все уберем. Давай. Интересно, что я здесь наделал? Сейчас это розовое все развалит. Я же ее знаю. Она... А я там что-то городил наверх. Ну, по-моему, все классно. 2 звезды. Мне кажется... Опять то же самое! Мы же только что это проходили. Ладно. Хорошо, повторяем. Мы иначе не умеем. Повторяем все идеально, да? Делаем вот так. Потом, как я делал? Я делал сюда, да, по-моему? Вот так и вот так вот. Как уши котика, так миленько. Вот только они сейчас все развалят, эти миленькие ушки котика, вот эти вот 4 ушка. Не, нормально, крепкий мост. Слушай, мы повторили предыдущую схему, и отлично все работает. Может быть, эта схема везде будет работать? Неплохо. Все, мы прошли 2 локации, впереди зимняя локация и очень-очень много всего. Я думаю, мы сейчас это проходить не будем, потому что, в принципе, это очень долго. Но игра очень классная, очень милая графика и очень классные обожранные курицы. В смысле, нехорошее слово, они наевшиеся курицы. Ставьте нам лайки! И подписывайтесь на наш канал Жестянка! И, кстати, на картонку заглядывайте. Пока-пока! Пока!
Спасибо.